В чем дело? Кто бьет в барабаны войны? Вот это да! Ты викинг и видел много битв. То, что нужно. О, и для чего же вам нужен викинг, что видел много битв? Когда-нибудь мы станем величайшими воинами, а волчьи стаи будут петь скальды. Но нам нужно поднатореть в набегах. Идем в набег? Тогда вперед! Три волка, и я буду четвертым. Волки, вперед! Волки! Были они, как четыре лапы одного зверя, и шли убивать, разрушать. Да, мы бежим. Это чувак в той позе. Они пришли в деревню, держа наготове факелы, топоры и клинки. Они хотели убивать. О, Гуд! Тотерильд! Олильд! Ничего себе! Его кости рассыпаются в прах! У него вывалились внутренности! О, это добыча! Большой волк набивает кошель серебром. Волчья стая стоит посреди разрушенной деревни врагов. Кругом пожары и кровь. Осталось только увести трелов. Встань на колени перед предводителем. Удачный набег. Да. Ты помог нам расправиться с кланом Ворона. С кланом Ворона, говоришь? Да. Как в рассказах о Кьотви. Когда-нибудь я стану как он. Смерть Стюрбьорну! Смерть клану Ворона! Волчата Кьотви. Однажды мы встретимся на другом поле боя. Так. О, ёлка.